Вода. Вода – безопасная территория. Акция с таким названием продолжается в Алтайском крае. Ее цель – напомнить правила безопасного поведения на воде. Акция проводится каждую последнюю неделю месяца. Внимание надзорных групп будет направлено на водителей маломерных судов и на несанкционированные места отдыха. В оздоровительных лагерях специалисты проведут тематические занятия с детьми о правилах купания. Сотрудники МЧС и МВД проводят совместное патрулирование, а также обходят дворы, которые находятся поблизости от водоемов. На особом контроле поселок Ильича. Ребятишки этого района, они предоставлены сами себе. И они гуляют и купаются без надзора родителей, а этого категорически допускать нельзя. Вот и совершаются такие рейды, что мы, получается, находим таких ребят и совместно с органами полиции возвращаем им родителям, а родителям уже составляется административный материал за нахождение воды без взрослых.